от болельщиков прими поздравления. И спасибо. 32 броска отбитых. Я думаю, что даже на тренировках не всегда так получается. Да, если честно, как бы не сказал бы, что это какая-то тут там супер нагрузка, то есть бывает и больше. Ну да, прилично. То есть если за 30 переваливает, уже как-то, значит, игра интенсивная была и пришлось там поработать. Ну и еще раз повторюсь, что это не так, не сильно много бросков, бывало больше. Столько интересных моментов. Поймал кураж, на кураже это уже все происходило? Ну, я думаю, да, где-то раз не забили там момент, второй не забили, где-то они уже психологически подломились, что не получается у них. Ну, я где-то это прочувствовал, и как бы все воедино сложилось, удачно получилось. Всех болельщиков поздравляю с победой и ждем вас на казахском дерби.